Белые медведи – самые крупные наземные хищники. Самцы могут весить более 600 килограммов. Эти невероятные животные общаются звуками, а также посредством зрения, обоняния и осязания. Прикосновениями медведицы успокаивают своих детенышей и дарят им чувство защищенности. Зачастую на свет появляются близнецы. Во время кормления они урчат. Если получить свою порцию молока не удается, малыши скулят. Подрастая, они с удовольствием изучают окрестности. Однако медведицы строят берлоги на крутых склонах, бегать по которым не так-то просто. Маленьким лапкам не за что ухватиться. С мамой гулять легче. К тому же по ней можно ползать. Малыши проведут с матерью до 3 лет. Все это время она будет оберегать их любой ценой. Особенно от других медведей. Самцы представляют опасность для медвежат и даже могут загрызть их. Медведица бесстрашно бросилась защищать своих отпрысков, несмотря на то, что она сама меньше самца. И он отступил. Малыши вне опасности. Когда медвежата подрастают, они начинают мериться силами друг с другом. Главную угрозу для белых медведей представляют их же сородичи. Они должны уметь постоять за себя, так что приступать к тренировкам лучше заранее. Прежде чем броситься друг на друга, они покачивают головой, плотно сжимают пасть и отводят глаза. Касаясь друг друга, они словно спрашивают разрешение поиграть. Затем, соревнуясь в силе и ловкости, каждый норовит повалить товарища на снег. Со временем братья станут соперниками. Ожесточенные стычки между медведями – не редкость. Спор может разгореться из-за еды или медведицы. Во время брачного периода страсти накаляются, ведь самки приносят потомство лишь раз в 3 года. Медведь угрожает сопернику, опуская голову, прижимая уши и издавая характерный рев. Победитель получает право продолжить род.